сегодня скорбит. Я говорю от того, что не все поедут на кладбище. Валентин Тимофеевич ушел на 89-м году жизни. Валентин Тимофеевич – это человек и учитель от Бога. Его семья – это наша 21-я школа. Его уважали все. Ученики любили, родители уважали. Уважали те, кто с ним работал. Очень тяжело сегодня прощаться с этим человеком. Сегодня обычно он всегда провожал всех и говорил он. Он в 21-й школе проработал учителем, заучем. И с 64 по 72 год работал четвертым директором 21-й школы. Ну, а я 8-й директор 21-й школы, поэтому я тоже должна сказать о нем только самое-самое наилучшее. За свою работу он награжден, он заслуженный учитель, отличник народного просвещения. И все самое-самое наилучшее надо сказать сегодня о нем. Так как Валентина Тимофеевича не будут отпевать, давайте проводим его дружными аплодисментами. Сегодня все его вспоминают. Пусть земля ему будет пухом, а мы все будем о нем помнить. И будем не только мы, сотрудники, и вы, выпускники, и пусть ваши дети тоже помнят о нем. Еще раз, земля ему пухом. Дорогие друзья, я позволю себе немного выйти за рамки заснятых мной на видео похорон и рассказать вам то, что охарактеризует Валентина Тимофеевича как человека необыкновенно, я бы даже сказал фанатично преданного и любящего нашу родную 21-ю школу, так как и мы должны любить ее. Как мы должны любить наш город, Родину, Россию. Дорогой учитель, ведь еще 2 недели назад я звонил вам, поздравлял вас с Днем Учителя. У вас был слабый голос. «Да вот, приболел, лежу», — ответили вы мне. А сегодня мы с вами попрощались, и я веду разговор в последний раз. В
школьные годы я не был вашим любимчиком. Напротив, в 8 классе я прогулял 286 уроков, как помню сейчас. И вы пригласили к себе мою маму и меня. Забирайте документы в техникум. Ваш сын – прогульщик. Тогда я не афишировал в школе то, что серьезно занимался спортом. Был даже призером СССР по морскому многоборью. После тяжелых тренировок валился от усталости в постель. Учить уроки не оставалось сил. И прогуливал, чтобы не позориться. Вот такая была у меня школа образования. После окончания школы прошло почти 40 лет. Однажды, совершенно случайно, встречаемся мы с вами на улице. Помните? Вы мне с укором: «Что ж ты, мол, морской, Павлов, вот той школе гимн написал, и той, и другой, а про родную-то забыл?» Вопрос был тупиковым. Да не дозрел я, Валентин Тимофеевич. Написать гимн родной школе – дело ответственное, слабо вправдывался я. И вдруг, откуда у меня мысль появилась, не помню, но я выпалил со страху: «А вот вы напишите книгу о школе, а я напишу гимн». Хорошо, на том порешили мы и расстались. Я гимн написал. Прошло 2 года. Звонок от Валентина Тимофеевича. «Приходи». Пришел. Он мне показывает эту книгу. Самый первый рукопечатный экземпляр. Подарок мне. Подписано: вдохновителю написания этого очерка, Славе Павлову Морскому, с большим уважением. Подпись: март 2010 год. А вот целая страница, посвященная мне, моему гимну школе. А вот теперь самое главное говорю вам, мой дорогой любимый учитель. То, чего не успел сказать, к сожалению, при жизни. Как вы писали книгу? Это даже представить трудно. Старая, престарая ржавая печатная машинка. В одной руке вы держите увеличительное стекло, иначе большую лупу. Зрение-то почти не осталось. А второй рукой, одним пальцем, одним, порой щелкая по 2-3 раза по одной и той же клавише, не пробивает шрифт. И так почти 300 страниц о 70-летней истории нашей любимой школы. С таким уникальным и по-своему героическим поступком вас можно и в Книгу рекордов России внести, учитывая, что вам шел 9-й десяток лет. Покажите мне еще такого директора. Нет их ни в нашем городе, ни в крае, и в России наверняка нет. А на прощание я скажу следующее. Все учителя, учившие наше поколение, уже, к сожалению, на том свете. В основном это женщины. И вы, мой дорогой, мой любимый учитель, с большой буквы учитель, покинули нас. Как будто капитан последним покинул свой корабль, уходя к команде. Пусть земля будет вам пухом. Пока мы живы, будем помнить вас, дорогой Валентин Тимофеевич, и все наши дорогие учителя.
кого уже нет с нами.